Ну что, серый сказал, подожди. Все, 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 А, вроде как. все, гоу. Серый сказал. Да. Не уверен, что у меня пишется, не пишется. Погнали. Член экипажа. Смотрим внимательно. Так, ну меня ж не убьют на метеоритах. При мне только что рогомаг завалил хита в темноте. Рот ебал, рот ебал этой игры. Откуда ты, блядь, бежал, Сережа? Ну, с метеоритов. Вы вдвоем стартанули, я за вами побежал не спеша. И типа хит засал, остановился, типа. Потом побежал вперед, и просто Олег снизу вверх бега, убивает хита у меня на глазах. Какой радиус побежал. Света? Какой радиус света, скажите? Маленький, он маленький. Мы там с хитом 85, в упоре почти. Да, окей, ну это понятно. Это, я не только при тебе убил, там еще чел выскочил справа. Я выбежал снизу, да. Да. Извиняюсь. Go next. Был неправ. Ну, был неправ, был неправ. Разыгрываемся, разыгрываемся, все хорошо. Я предлагаю убийство чуть побольше поставить, как 10 секунд прям маловато. Да нормально, пока. Нормально, в одного импостера не так-то... Ну пока нормально, как бы, норм хватало вроде. Первую... Я тебе скажу больше, когда вот Влад выиграл, типа, если бы не зарепортили, там Жека уже на волоске от смерти был. Он убил одного, стоял возле света. Они два раза мимо трупа пробежали. Это только из-за... Влад стоял на свету, там уже ждал КД, типа, убийства, типа, и Жека уже бежал свет чинить. То есть он прям почти бежал, он увидел свет в конце тоннеля, если бы не репорт. Не, ну может быть надо. Ну давайте еще катанем. Типа, хотя бы секунд 20. 7 человек. Да много. Вы что, издеваетесь? Не-не-не, 20 до хера. Ну посмотрим, ну если что, пятерку накинем. Нормально. Нормально, нормально. Все, ну. Да. Наш... Ох ты, я нашел хита. Где? Там, где щиты включаются. Правый нижний угол. Ну, электрика, в смысле, где, да? Нет-нет, там, где модуль связи. Еще правее, короче. А, справа внизу. Да-да-да. После саботажа кто куда бежал? Судя по тому, что убили Олега и хита,
Я бы подумал, что это Серега. Ну, это такой грамотная череда, да-да-да. Или же... Ладно, а где хит? 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 Нет, я хита не нашел. Так он одного нашел, да. Олег непонятно. Олега где. Не нашел. Ну, кто-то вот я, когда была диверсия, я на этом, в админке был, там кто-то, получается, был сверху, и почти все на после реакции. После диверсии я через верх побежал на метеориты. Так, Витолдик, а ты где был? Я две шки заправлял. Сначала один, потом второй. Сначала какой ты заправлял? Верхний? Верхний. Сначала верхний, потом опять канистры и заправлял нижний, когда... А правда, ладно, дальше. Антон, а ты что делал? Бегал. Молодец. А почему? Саботажи исправлял. Точно, два саботажа было. Я один и второй. Реакторы руку нажимал. Вот. Витолдика видел точно возле канистры. Кита там видел. Мне вот либо Жека, либо Серега. Вот. Судя по тому, кого убили. Нет. Слишком чисто убили сначала. Причем двоих. Так и ладно, Жека был на пультах, на камерах. Ну, на пультах был, да. Ну, значит, ты. Не, не на камерах, на пульте. А. Я был на пульте, где, ну, просто по комнатам показываются. Антон, ты за кого проголосовал? А давайте Серегу, короче. Не, ну ты классно. Вот мне вот это же от Жеки прям не нравится. Типа, не, а потом фига, уже... Что это за сорт? Я вот либо одного, либо второго, не знаю. Че, вы так на пути попадаетесь, не те люди. Это забей просто. Причем ты нашел, когда я хрен когда убил. Изи. Изи. Влад, ты просто, конечно, жаришь не по херне, прикольно. Ну, сам сейчас, подождите. Спецом я их не убивал, просто они показались не в том месте, не в то время. А, Серега, просто ты когда сказал, что ты пошел поверху к, этот самый, к админке, ну, туда, поверху вправо, я понял, что уже что-то нечисто. Ну, так в смысле, я так и бежал. Олег. Не, ну, я понимаю, ну, как раз... Похоже, что туда и надо было идти. Ну, то есть труп где там. Седьмой? Не-не-не. А вы нашли труп. Серега. Ау. Зайди в комнату. Он здесь. Я здесь. А, я. Ты синий. Кого-то нет. Подожди, Серега, ты до этого был синий? Цвета не было. А ты перекинул цвета. Не, я синий был. Просто, ну все, ясно, хорошо. Не, вот, Серега, нет, короче, не короче, труп нашли того, кого убили максимально давно. Типа... Серега, дай синий, пожалуйста. Нет, уже все. Уже не успеем. Ну ладно. Но я, честно, в следующий все, раз... Все, все, все. Это розовый. Кто у нас розовый? Витольдик. Только что Витольдик зарезал хита. Ну, Владуська один оставался там. Мы с хитом. Я
ты, а я, Олег, верю, верю Сереге, потому что, ну, если нет, то Серега, потому что только что и Хит, и Элдер был при мне живые, то есть это прям произошло вот сейчас. Это, короче, в коридоре между щитами и мусоркой, вот только что я захожу обратно проверить, где Хит, Олег, типа, потому что они отстали, Олег, по-моему, вверх побежал. Да, типа, я побежал. И Витоль, типа, только выбегает, как ни в чем не бывало, типа, ну, норм. Ну, все, я... Ну, да, Антона видел, да, поэтому похоже, что так и есть. Но я и Хита, и Элдера вместе видел. Значит, я либо Витольдик, либо видел Элдер. Ну вы тупые. Так и Влад, не в ту сторону убежал. Поворот не туда. Ну, бываете. Давай. Вбег, вкинули. Кто меня убил? Полетел. Кто там цветарь хотел поменять. Видишь, 10 секунд и... Ну, и не так, 10 секунд и не хватает, кстати. Какие нахер 15? Что-то как-то в одного, а когда один импостер, неинтересно. Так да, но надо 8. Если будет 2 при 7, это Габелла, то есть это... Мы, по-моему, в прошлый раз играли 2 при 7. Ну да, когда и больше делали. И когда 60 секунд было. Ну и более-менее было нормально, кстати. Ну, можно. Давай еще один раз сыграем и там разберемся. Ну, давай. Можно пускать два. Там же комнату пересоздавать, по-моему, надо, если два. Да-да-да. Все, Шкама поехали. А тогда Шкама зайдет, тогда и будем. Буду резать. Ну, первый умрет Олег. Я еще предлагаю уменьшить радиус обзора мирных. Да, кстати. Ну, как-то они меня попалили, тогда поменьше. Поздравляю, это Хит. Это Элдер, точно. В смысле? Короче, смотри, я сейчас качаю файлы в столовой. Типа, у меня бежит Олег влево с метеоритов. Потом бегу, ну, подумаю, посмотреть, где Олег. Ну, чисто посмотреть. И Хит выбегает с медблока, бежит впереди меня. Типа, я проверил медблок, на медблоке чисто. Прихожу, типа, возле труб, короче. Давайте размен. Реактор. Типа, туда. Да, только в первого размен, Хита. Давай. Размен только в первого Хита. Ну, неважно кого, а просто размен меня с Элдером. Давай. Так кого первого? Потому что я был на квесте в медбэе, ну, где сканироваться, выбежал просто оттуда, мне навстречу Элдер, и потом бас репорт. Ну, я вообще, я Рогомага даже не видел. В кого вы кидываете? Типа, вы, я скажите? В Хита вкидываю. Потому что я говорю, что я видел, что если... к ним пробегал, типа, а трупу никто не заметил. Типа, ну... Если это не Хит, надо сейчас голосовать и Элдера. Так не, не вопрос, да, просто не вопрос. Меня и Элдера убирать. Да ну нахуй. Я сам нажал, но скажу честно, это не я, значит, я ошибся в Хите. Кто там был еще в тот момент пробегал, я хрен узнает. Sorry, Хит. Можете меня выгонять, можете скипать, как хотите. Кем мы сейчас реактор нажимали? Я бы нижний нажал. Я ждал, никто вообще... Чего вы не идете нажимать на реактор? Это же саботаж, блин. Опасно, страшно. Ну, так я, так, я сначала был со Свордом, вот, да, потом да. Прибежал к реактору. Ну, я там ждал вас, чтобы ну, никто вообще не бежал. Ладно, ребят, следующий вопрос. А, когда до этого, когда убили Олега, кто где был? Так, давайте тогда решим вот вопрос в чем. Давайте Элдера разменяю. Смотрите, сейчас никто не умер. Честно скажу, это будет ошибка.
То есть, ну... Типа, меня можете выкинуть, но вы тогда останетесь с 1 в 3. Если решаем, оставляем, окей, смотрим дальше. Чё где был? Кто где был? Я на реакторе только что был. А где Антон? Не, не сейчас, не сейчас. Опа, а Антон где был? До этого, когда убивали Олега, ты где был во время прошлого репорта? Да блин, я уже не помню. Ты так это было вопросы задаешь. Он где-то был рядом с хитом. Я на управлении был. Блин, первый килл. Я был где-то в правой части, я был. Кто на управлении был? Я был. Биг, Антон, да? Да. Карточку там вводил. Все, я понял. Что ты делаешь же? Кто за кого голосует? Кто куда вкидывает? Я за Антона. Я тоже так думаю. Блин, нам нельзя сейчас ошибиться, ребят. Можно. Я за Элдера. Все, Антона гасим. Влад, твое мнение. Да хер его знает. Я вообще скипнул бы сейчас. Ну уже скип не поможет. Я бы тоже скип, потому что, ну блин, не хотелось бы оставить. Ну да, два скипа, да. Давай, если вы хотите, да вот вдвоем скипните, все получится. Ну, типа, бегу не было смысла, резон, он меня мог зарезать. Он стоял вместе со мной на кнопке. Знал, что это Влад. Блин, Сергей, я просто охуел. Я уже хотел в личку Владу поздравления писать. После. Я уже думаю, ну все, типа забежал на труп. Типа, серьезно, я видел, как типа. Тихо, слушай. Я думаю, ну все. Я думаю, только видел он Влада или нет, чисто сейчас в победу или что? Он говорит, это хит. Причем так уверенно, пизда. Это хит. Я такой, о, все, приехали. Я серьезно, то есть, вот смотри, ты побежал туда, типа, бежит хит, типа, и знаешь, труп по центру лежит, а хит в комнате, как будто типа трупа и не было. Типа, что я мог подумать? Типа он мимо трупа. Он мимо трупа пробежал, хит и не зарепортал ничего. Не пробегал он мимо трупа. Я вообще снизу прибежал, а не сверху. Это ты придумал, как я бежал там, блядь, сверху, за мной хит. Это чисто твои фантазии, блядь. Меня там в жизни не было. Я бежал по низной линии, блядь. Даже не видел, блин. Зачем так уверенно говорить, что это. Да потому что ты передо мной бежал, и Олег передо мной бежал. И ты вот типа мимо трупа. Ну, Олег снизу бежал. Олег бежал снизу. Я снизу вообще бежал. Причем, о, я понял, меня Влад увидел на электрике, вернулся через винты и зарезал. Типа. Я увидел, как Влад на щитах винты ушел. Я думал, что мне показалось. Ты же на винты ушел или нет? Или ты просто за щитами спрятался? На винты он ушел. Нет, вот и когда вот сейчас убил. Ладно, потом решим. Короче, на астероидах труп, и я подошел к нему, и как раз решетка закрылась, но я не видел, кто туда прыгнул. Так, смотрите. Серега, что скажешь? Ну, я был на У2, где листья выкидывать. Да, и пошел куда? Все, там и остался сейчас. Нет, Серега, да. Я ж на камерах был. Скажи честно, куда пошел? Ты никуда не пошел. Я был на У2. Что ты по-тупому вбрасываешь? Не в по-тупому. Я сидел на камерах. Ты вышел с О2 и пошел вверх. А что вверху находится? Ну, астероиды. Половые. А, не, а ну да, астероиды. Астероиды с решеткой. Я не знаю. Размен? Ты хреново смотришь. Давай размен. Окей. Давайте размен. Я в Элдера. Я во Влада. Кратчайшая катка, блядь, мои. Ну, чуть медленнее. Не, у меня такая же была. Я не увидел, как
камеры эти гребаные. Типа, а глупо говорить. Кстати, я знал, что это серый. Он побежал один, обычно люди идут, чекают. А он просто один побежал куда-то вниз и вообще похеру, что нет рядом никого. И уже возвращается, а мне несколько стероидов добить. Думаю, ну, блядь, добью. Нет. А я такой, знаете, думаю, ну, не буду делать ничего, пойду сразу на камеры. Встал на камеры, и Серега просто уходит с У2, и никого больше на камерах нету. Вообще, ну, то есть не видно никого. Он один прошел. Я не знаю, что никого. Знаешь, я сейчас прыгнул в винты, ушел, типа, в управление. Глупо говорить, что я ушел в управление сейчас, потому что, типа, ну, винты туда ведут, типа, сразу спалят. Решил стоять в концах. Тоже хита нету. А там сейчас ГМС, смотрю, зашла. Надо пересоздать. Что? Пересоздать винду. Давай я шкамер напишу. Как а меня не слышно, что ли? Слышно? О, Настя, теперь слышно. Не было. Да я получу дискорд, извиняюсь. Да, что, отлично. Тогда пересоздаем на... Влад, создай тогда на 8, ой, 9. Да, и давай радиус. Ну да, же будет. Угу. А сейчас он тоже подключится. Окей, на 9 тогда бахаем.